Всем привет! Сегодня у нас будет небольшое видео по диагностике автомобиля Skoda Fabia 2012 года программой ODIS Service, которая входит в комплект Vantage Box, и прибором ВАЗ-5054А. Вот так вот прибор выглядит. Мы уже его подключили в колодку, моргает. И здесь мы используем подключение по Bluetooth. То есть сверху у нас вот видно, что значок Bluetooth определяется, и знак машинки, значит, что адаптер подключен и видит машину. После для диагностики мы входим во вкладку «Самодиагностика» и нажимаем кнопку «Запуск самодиагностики». Здесь у нас показывается сразу VIN-номер автомобиля, выбираем модель, год определяется автоматически, кнопка «Применить», и у нас, по сути, запустилась диагностика. Вот. Пока делается диагностика, хотелось бы рассказать, что ВАЗ-5054 очень полезный прибор, то есть в чем отличие, например, от ВАЗ-диагноста того же, в том, что есть ведомая диагностика у прибора, и также есть возможность работы с прошивками в программе ODIS Engineering, например. То есть такие вот пара отличий основных. Значит, диагностика выполнена довольно-таки быстро, прибор работает очень шустро, и кто там смотрел мои ранние видео, наверное, в курсе, да, что у меня выскакивают постоянно две ошибки. Это по климату и по комбинации приборов. То есть у меня отсутствует датчик климата в машине, вот, и, соответственно, из этого вытекает еще по приборке ошибка. Но ничего страшного, не критично. Теперь давайте попробуем зайти в саму ошибку, например, в комбинацию приборов. Кликаем два раза на тачпад, и здесь мы можем выбрать, посмотреть ошибки. Также идентификацию блоков, можно сделать диагностику исполнительных механизмов, ну и многое другое, адаптации, то есть видите, все кодирование, все это доступно. Перейдем в ошибки. Опять у нас идет запуск самодиагностики, то есть мы вошли уже внутрь и смотрим по датчику. Да, у нас программа пишет, что датчик наружной температуры имеет слишком высокое сопротивление. Ну, просто-напросто нет, поэтому выскакивает такая ошибка. Значит, очень легко и быстро делается диагностика автомобилей группы ВАК. То есть здесь можем посмотреть различные значения также. Вот. И слева у нас также есть информация об автомобиле. Обратите внимание, да, вот часто задают вопрос, как узнать реальный пробег автомобиля. С помощью данной программы, то есть вот пишет у нас пробег в КМС 135469 километров. Смотрим на приборку. 135 785. И вот она, кстати, ошибка по климату, да, по приборке. То есть нет значения. Вот, то есть пробег показывает реальный. Ну, там отличается чуть-чуть, но это как бы, ну, вообще как бы ерунда, мелочи. По сути, вот. Если же мы, допустим, зайдем в блок, где у нас нет ошибок, допустим, по двигателю, да, там регистратор событий, то у нас тут будет, по сути, пусто, потому что ошибок нет. В принципе, на этом все. Снизу оставлю ссылку на прибор. Значит, также ссылку оставлю на наши комплекты. То есть мы занимаемся также продажей комплектов готового оборудования. То есть это ноутбук плюс программа уже установленная и прибор. Соответственно, купили комплект, вот, подключили в машину, подключили и работаете. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!